Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько мгновений прозвучат куранты, и мы поздравим друг друга с Новым годом. Сейчас в каждом доме праздничное настроение и совершенно особая атмосфера. По традиции, в эти минуты мы провожаем уходящий год. Он был непростым, но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Каким будет наступающий год, тоже зависит от нас самих. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия. Именем, прославленным деяниями наших великих предков, которые смогли на протяжении веков собрать огромную и очень сильную державу, создать великую страну. И наш долг – сохранить ее. Построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать. Да, мы все разные, но именно в этом наша сила, как и в умении слышать, понимать и уважать друг друга. Вместе преодолевать любые трудности и добиваться успеха. Дорогие друзья, Новый год уже совсем рядом. Пора открывать шампанское и загадывать желания. И в эту ночь я желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким. Желаю, чтобы в вашей жизни была любовь, чтобы исполнились все ваши мечты. Верьте в себя, а я верю в каждого из вас. И все у нас получится. Счастья вам! С праздником! С новым 2012 годом!